Смотрим рост волос. Волос мало уже. Вот они здесь низко. Мы тоже сделаем. Вот на коленочке мы сюда. Угу. Так, выше колена сделаем. Угу. Чтобы платье садить, чтобы не было там. Берем лосьон перед эпиляцией. Так, лосьон перед эпиляцией. Салфетка. Для ног побольше можно салфетку. И брызгаем. Сразу все протираем. Пот, жир, грязь. Все. Врачиваем как нам надо. Сами крутим клиента. Угу. Веночку. А, и немножечко сзади. Можно, чтобы поднял клиентку немножко ногу. Угу. Ну, ладно. Так, у нас сейчас мокрая салфетка. Ее надо сразу выкинуть. Берем сухую и слегка протираем, что мокрая поверхность. Угу. Мы слегка протираем все это. И присыпаем так. Хватит. Так. Протираем. И смотрите, волоски сразу приподнимаются. Все мы протягиваем все против роста волос, вверх все, чтобы волоски приподнялись, остали от кожи немножко. Угу. Ну, сзади там отдельно еще потолкуем и все. Угу. Волос немного, они линенькие, очень хорошо зацепятся сейчас. Какие штучки какие-то здесь у тебя? Это что, Лиля, у тебя тут за штучки? Волосы. А что ты здесь делала последний раз? Последний раз брила. А тут жировик, видите? Угу. Тут жировик внутри. Прям что-то. Посмотрю еще. Обычно, когда какие-то прыщики или что-то, там волосок не может выйти. И начинается... Сейчас я сделаю, потом вы сделаете. Так, пасту берем. 3-4. Она у нас мягкая. Как она работает. Хотя мягкая паста трудно работать для начинающих. Шпателем. Тут у меня деревянная ручка. Угу. Так, паста. Паста мягкая. Вкусная, сладкая. Можно ее кушать? Угу. Да. Когда Лиля была беременная, она брала петушок, сосала, говорит, хочу пасты. Помнишь, приходила? Как... Хотелось, да? Нет, я тебе предлагала чай, какую-нибудь конфетку, что-то у меня там было. Мы, у нас урок был тоже, мы обучались на ножке, да, приходила? Да, так вкусно. Ну, буквально сладкая, кисленькая, такой кусочек мы берем. Она прозрачная, она классная, чистая. Вся, никаких там ничего нету. Пахнет. Петушком пахнет. Убираем шпатель. Лежит он опять там чистый. Личка, ногу сгибай чуть-чуть. Вот так и вот так. Смотрите, вот, освободилось место. Боковая поверхность. Эти пальчики зажимаю вот так. Угу. Видно, что я там делаю? Лё-лё-лё. Угу. Вот так. Вот. И держим их все время вот так. Угу. Никуда не опускаем. Кому-то могу даже завязать вот так. Кому не хватит, не понимаю, непонятно. Угу. Вот. И вот этот вот кусочек. Вот оно на пальчиках вот здесь, угу, для ноги. Вполне хватит. Я немножко сейчас стяну ее вот так. Поставила. Паста холодная пока что. Угу. И смотрите, я просто направление даю, куда мне надо. Паста тает и, угу, катится сама. Угу. Сейчас она холодная. Сейчас мы... Это первые несколько еще стежков. Да, вот он валик с одной стороны больше, с другой меньше. Сейчас я просто покажу длинную персидскую дорожку. Угу. Чем она быстрее на тело ляжет, тем... А быстрее, значит, она согреется. Ну, допустим, хватит. Теперь смотрите, я натяжение делаю на себя. Угу. И вот эти пальчики, видите, перпендикулярно они у меня идут. Угу. Все хоть видно, что я делаю. Угу. Вверх подняли, видите, волосочек такой, угу, вот он. Угу. Вот, теперь я легко могу спокойно сюда ставить. А, вот так вот я не тяну, посмотрите, угу, вот так, угу, вот, да, угу, обратно. Я приподняла, даже вот так не тяну. Угу. Я приподняла повыше. И спокойно поставила. И клиент, угу, не чувствует, по идее. Опять ставлю, опять прохожусь. Еще раз разогреваю пасту. Валики холодные у нас. Угу. Для того, чтобы поднять пасту. Еще разок. Так как паста это, скорее всего, мягкая,
Ее можно два раза, потом работать, по два раза протягивать, но медленно. Но так как сейчас она холодная, мы протягиваем три раза. Теперь начинаю срывать несколько раз, отхожу сюда, подальше, прям сантиметр два. Угу. Отхожу чуть дальше, придавливаю и резко. Раз. Угу. Кусок остался. Опять надавила, протянула. Раз. Надавила, протянула. Два. Антистресс сразу же. Угу. Волоски тонкие, почти не видно, они в пасти все. Угу. Пасту вот так вот не закидываю сюда, вот так не делаю. Паста все время, руки у нас вот так всегда находятся. Так. Быстро, резко, раз, раз, собрали. А вот тут я смотрю, вот один волосок, да, мне надо убрать. Один, вот второй, вот один. Я подгибаю один пальчик, стараюсь прям чисто на волосочек. Раз. Ну, может быть, и этот, вот так. Шарканье на одном месте. И резко, раз, протянули. Не убрался, да? Смотрите, как я делаю. Еще. Да. Он не убрался. Я немножечко разворачиваюсь. Все. Теперь я хочу чуть дальше зайти. Короткая дорожка. Раз. Два. Пальцы перпендикулярно. Три. А то я хожу чуть дальше. Видите, как она мне запрыгнула? Потому что из-за носка я чуть-чуть приподняла вверх рукой. Так, конечно, долго делать, но я вижу, что она тут... Чем быстрее я так сделаю, я закинула и сразу опустила, она сама отходит. Ну, уже палец запачкался. Ну, ничего страшного. Там, где нет волос, я стараюсь вот так стянуть ее обратно и опять собрать в кучку сюда. Теперь дальше. Здесь мы, к примеру, сделали. Пошли чуть выше. Стык-стык. Стык-стык-стык и стык-стык-стык. Стык-стык. Теперь подлиннее я делаю до сюда, к примеру. Да? Ну, насколько хватит пасты? Вот она у меня вся съехала, посмотрите. Все, на пальчиках у меня. Ну, там внутри где-то есть, я, конечно, могу всю-всю собрать ее. Зачем мне обязательно так? Кривая немножко получилась. Опять поставила ровненько. Можно, конечно, и валики собрать повыше, натянуть. Ну, растянуть подлиннее. Валики нам нужны. Опять. Отошла чуть дальше. Резко раз. Поставила, протянула. Раз. Поставила, протянула на кончик. Поставила, протянула на кончик. Наношу всегда медленно. Я не делаю так. Раз, 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 раз. Это я могу сделать, когда... Это не для обучения это. Пальчик. Ну да, из-за того, что ногти, я еще сгибаю пальцы. У меня они очень сильно вот так вот гнутся. Поэтому, чтобы не царапать клиента, тоже надо. Так, смотрим. Где что? Нигде ничего. Вот это место. Смотрите, потом еще как бывает, когда очень-очень много волос, и вам вы волосы в середину не можете поставить, и сорвать середину волос вы не можете, ну, когда много сильно. Мы можем делать метод дуга. Поставили здесь, протянули, вышли на место, где нет волос. К примеру, вот поставила я вот такой небольшой полукруг. Один палец у меня стоит на месте, это я уже свой метод только придумала, метод циркуля. Один пальчик стоит, второй закругляет. Ну, они условно чуть-чуть двигаются. Вот, паста уже тает, смотри, уже очень тяжело ей, и надо быстрее работать. Мягкой пастой надо работать быстро. Ей сильно не потянешь. Вот они, эти волоски. Значит, что я делаю? Я делаю по прямой. Волос мало. Пальцы вместе не расшипериваются между собой. Стресс. Погладили. Если вы чувствуете, что надо еще пасты, слишком гладко, ну, где-то нужно еще. То не паста, а так. Можно делать и боком. Наносить можно и вот так. Ну, надо, чтобы все-таки был валик. Это есть такие места, где очень тяжело. Не берутся, ну, разные. Вот тут у нас тоже, да? Мы тоже тут вот так идем. Вокруг коленочки мы всегда делаем сначала вокруг колена, а потом уже на колени. Можно вот так смотреть. Раз, два. Когда у вас, к примеру, может случиться залип. Залип — это вот из мягкой пасты. Вот такая вот пятак такой большой. Вы дергаете, дергаете, не получается. Дергаете, дергаете, не получается. Он долго уже, вы дергаете, а под низом кожа начинает краснеть. Начинает от дергания вот это, начинает краснеть. Ну, к примеру, да? Смотрите, с пасты сорвать невозможно. Ну, сильно дергать не буду, что это будет синяк потом. Здесь же, да? Паста мягкая, смотрите, какая. Киси-миси. Новичкам с такой пастой работать сложно. Поэтому сегодня учимся
на мягкое, может быть, добавим сейчас плотное, если вы не сможете такой работать. Uh-huh. Новичкам вообще сложно с такой uh-huh. пастой работать. Наловчитесь, потом со временем будете мягче-мягче uh-huh. делать. Что мы делаем? Вот мы надергали, там у нас красно, uh-huh. красно, горячо, паста тает сильнее, uh-huh. она еще быстрее начинает растекаться. Вся. Что можем мы сделать? Для удаления, скажем так, залипа, нам надо присыпать сверху немножко талька. Uh-huh. В пасту не надо сыпать тальк. Uh-huh. Она забивается, конечно, хуже работает. Вот. И, к примеру, можно протянуть вот так. Ну вот смотри, я сейчас резко дергаю, uh-huh. а вам, допустим, будет сложнее. Вот, да? Uh-huh. Теперь, что можно... Ну, бандаж это в последнюю очередь, когда, если совсем уже не получается. Uh-huh. А, можно положить сюда более поплотнее кусочек пасты. Uh-huh. И этим кусочком... Ну, здесь много мягкой. Uh-huh. Поэтому кусок... Либо собрать часть надо, лишнюю uh-huh. убрать. И добавить плотный кусочек пасты, чтобы плотным собрать. Но потом uh-huh. эта паста у вас станет более плотная. И работать вы же сможете по маленьким кусочкам. Uh-huh. Вот столько много... Ну, плотная... Не будет так растекаться плотно. Но нам здесь нужна мягкая паста. Uh-huh. Это нога. А, вот горячее место внутри. Нагрелось. А сейчас там оттуда начнет пот выделяться. Там еще будет мокрое место внутри. Внизу, под пастой. А, когда она полежит немножко, она может немножко остыть на теле. Если вы ее не будете трогать. Она остынет немножко, вы можете потихоньку собрать. Можно еще тальк в следующей партии. Да? Можно кусочек плотной пасты. Можно сделать метод елочка. Вы собираете пасту таким образом, отходите на холодное место, там, где нога похолоднее, mm-hmm. внутри она горячая уже, да, вы надергали, к примеру, а тут она похолоднее. Mm-hmm. Значит, вы берете и с каждого собираете ее в кучку, в серединку. Mm-hmm. Смотрите, как вот отсюда. Протянули назад, раз, сюда. Mm-hmm. Протянули сюда, сюда. Натяжение опять же, смотрите, mm-hmm. как здесь складка, mm-hmm. да? Елочка. С одной стороны, с другой стороны, отсюда, отсюда, отсюда. Ну, смотрите, как я дергаю резко и останавливаюсь, я не дергаю, она не улетает, рука эта далеко. Убрали, к примеру, залип, да? Ну, может быть, вы сейчас не столько волос удаляете, сколько вам надо убрать залип. Вот, опять присыпала, и по этому месту я еще пройдусь. Что толком я здесь не убрала волосы. Волосок не хочет, вот два раза мы уже дернули его. Немножко в бок. Все нормально. Ничего там не врастет из-за того, что вы в бок дернули. Mm-hmm. Конечно, вы придерживаетесь правильности, но 1-2 это mm-hmm. не значит, что что-то там такое. Я вам на бикини, когда делаю в другую сторону, мне пишут все. Это... Кто так делает? Так делать нельзя. Я говорю, главное это результат. А результат у меня есть. Вот и все. Если неудобно, к примеру, вот руку, да, как-то так поставить, я делаю так. Ну, я делаю так, потому что мне так удобно. И я смогу это сделать, и сорвать ее смогу. 3 раза. Раз, раз, раз. Осталось пасты, не надо вот так вот ее собирать. Вот так. Не надо. Угу. Это неприятно, это и больно, и не очень хорошо. Пасту всегда, чтобы вам собрать кусочки пасты, да, угу. вам надо ее собрать, вам надо протянуть, собрать. Протянуть, собрать. Протянуть, параллельно дернуть. Uh-huh. Вот, только так правильно будет. Яичко ровненько ложим ножку. Uh-huh. И когда мы немножечко притальковываем, мы сразу это место, где мы убрали, закрываем поры. Потом мы протрем uh-huh. все это разом. И вот теперь вот отсюда условно вот это мы дергаем. Опять uh-huh. ставлю сюда. Ну, на ноге короткие как бы... Чего их делать короткие на ноге? Ну, вы сейчас получитесь короткими. Uh-huh. А тут вот сложнее срывается, здесь складочки. Я бы, конечно, уже взяла 4 пальца, более широкую сделала. Раз, два, три. Торопиться не надо, как я. Как шрамик, что ли? Как шрамик, да? Кошка, нет? Может, да, и кошка, может быть, но я вообще-то упражнение резинка делала, может, там еще что-то. А то мы сейчас поудаляем, тут у тебя рана останется. Нет, 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 это не это, не волосы. Ага, ранка, короче. Может, Царапочка. Вот, убрала вот отсюда угу. пасту лишнюю. Раз, сюда.
На коленку не заходим, до колена. Угу. Можно немножко зигзаг сделать, чтобы сухого места сорвать. Угу. Еще разочек пройдемся. 2-3 раза вы можете, больше нежелательно. Угу. Если такие длинные делать. Если не удаляется волос, значит мало воздействия. Надо пасту, чтобы подольше она прям начала подтаивать. Видите, какая у меня стала мягкая паста? Сначала была такая плотненькая, а начала таять по ходу работы. Чтобы убрать коленочки, нам надо ее приподнять. Для... Не-не-не, еще подниму немножко повыше. Смотрите, натяжение кожи, чуть-чуть даже вот так еще. Мы убираем вокруг колена. Раз. Колено тут тоже, если клиент редко ходит, у вас тут может такой залив быть, что не уберете никак. Не редко, а новички в основном. Почему так бывает? Смотрите, тут ямочка, тут какой-то, тут складочки, тут косточка. Как правило, в одном месте как прилипнет место, никак, вот как сахар, медовый массаж. Делаешь, где-то он отстал. А где-то кусок остался. Значит, там шлаки, да, еще много. Да. Теперь с этой стороны сюда я делаю. Полукругом тоже вокруг колена. И здесь также. И там на мед, а здесь на сахар точно так же куски эти собираются. В смысле, невозможно отлепить пасту. Еще разочек проведу. Угу. Что тут? Вот тут можно немножко прибрать. Можем завтра, если что, немножко поработаете. Можем или завтра и выше ногу убрать. Руку понабиваете. Угу. Здесь можно вверх, а можно и в бок. Потому что если много складок на колени. Вот если много складок, можно сделать вот так. Вдоль складок, не поперек, если они сильно глубокие. Паста туда проникает и очень сложно оторвать бывает. Вот так можно. Можно и так. Вы уже смотрите. Ну, здесь складок мало. Здесь должно быть нормально все. И если очень сложно срывается паста, значит надо... на следующую еще одну процедуру, потом будет легче. Это первые разы, когда именно зашлакованные суставы. Обычно же суставы у нас болят где-то. Зацепляется все там. Ну, все. Тут уже вниз. Мы можем и так срывать вниз, вот так ставить, допустим, да? И также вниз срывать. Вот туда. Папа. Лампа мешает. Теперь ножку немножко вот так. Вот так мне неудобно срывать. Посмотрите, бок, да? Вот так бок я, получается. Не от себя я делаю, а бок. Что я делаю? Для этого? С той стороны переходить. Да. Еще немножко здесь помазали. Здесь сразу прикрыли все, что мы посрывали. К примеру. Ну, сахар где-то есть, это все уберется. Потом. Я закажу с этой стороны. Хорошо. Я захожу сюда. Пальчики, смотрите, у меня чистые все руки. Только вот это. И тут, где удалилось, тут сразу темнее кожи. И загар смывается, и где-то грязь смывается. Ну, в смысле, убирается пастой. У нас идет еще пилинг. Очень хороший пилинг для кожи. Очищение. Паста именно. Раз. Тут тоже царапки. Эти волосы. Опа! Мягкая куда-то отскочила, да? Где она? Так. У меня мокрые руки. Нам влаги вообще не нужно никакой, чтобы было ни в коем случае. Намочила салфетку, пальцы мокрые. Натяжение. Дергаю от себя. Все удобно. Все нормально вполне себе. Лиля, все нормально? Да.
штуки здесь такого же цвета, и мне кажется, как будто пасту налепила. Это краем глаза. Прям вот так мне удобно здесь делать. Боком, торцом пальца. Так, когда ты работаешь, ты себе всякие методы придумываешь, как удобно. У каждого свое есть. Тебе удобно. Кто-то начинает название придумывать этому всему. Ага, там. Метод волна, вот так вот они катят. Метод там ковш, метод такой, метод сякой. Как она придумает? Ну, ради бога. Ну да. Я вот сделала себе циркуль, как мне удобно. Я поняла, что это похоже на циркуль. Один палец стоит, а другой вокруг него. А когда, особенно в зоне бикини, влажная поверхность, и паста не прилипает. Ну, например, взял холодную, да? Поменял пасту. Она не прилипает, вообще не прилипает. Кожи, влага, все. Ты притальковал, подсушил, опять ставишь, нифига. Я вот этим пальцем держу пасту эту, а вторым я намазываю. Я вот так вот держу и намазываю. И вот она подтает, тогда легко могу сорвать. Раз. Вот так вот нельзя, чтобы оставалось. Надо сразу со всех сторон. Иначе она тянет кожу, этот кусок этой пасты. Так, ну что, ну здесь еще кусочек. Что, Лиле холодно? Нет. А у чего мурашки эти? Мурашки. Вообще еще, по идее, когда мы делаем ноги, то мы смотрим на пальцы, и пальцы тоже сюда входят. Пальцы и колено входят. Надо так делать, что колено столько стоит, пальцы столько стоит. Ну, понятно. Надо делать все как должно быть. Зато как Алла с любовью про волоски пишет. С любовью. Свои уроки. Да. Ты это по Ютубу судишь или почему? Не, ну я же что, непосредственный участник постоянно. Да, ну такой, да. Про не выходит, не будем его трогать, ага. Ну да. И что, кого не случилось? Не, волосатый клиент – это наш клиент. Чем больше волос, тем он более любимый. Потому что ты, и клиент твой увидит такой результат. Гладкость. Чем длиннее волосы, ты их лучше постригла, обработала, да? А потом ты видишь, какая гладкость. Но когда ты с ежиками приходишь, тебя обработаешь, и там ежики еще остаются. Они не выйдут никак. Ну, не могут они быстро так все выйти. Насколько должен волос отрасти? Хотя бы на сантиметр, да? 0,7. Вот смотрите. А, 0,7. Через 3 недели, через полтора месяца, условно, да, он отрастет как раз вот тут такая длина где-то и будет. Угу. Нормально. И когда ты тянешь его, его не больно, он не сильно длинный, и постригать его не надо. И ты удаление делаешь нормально, он удаляется весь. Он 3 недели, да? Для бикини-подмышек нет. 6 недель. А, 6. Полтора месяца. Угу. Для бикини-подмышек 3 недели. 3. Угу. И он отрастает как раз ту длину, вот, 0,7. Угу. Как если бы ты его постриг? Все понятно. Все. Только что, даже если ты постригешь, их больше будет визуально. А тут они уже вот так, тут, там, угу, тут, там, угу. Там. Так, ну что, здесь мы заканчиваем, к примеру, да? Давайте сейчас я вам дам вот эту пасту, попробуйте этой. Если не получится, мы возьмем другую. Ей надо дергать резко, быстро. Она мягкая, она тает, она текает. Угу. Ей надо резко дергать. Вот провели. Вот, видите, пальчик не поджала? Угу. Одним виду. Вот. Раз. Раз. Перед тем, как оторвать, немножко придавили и раз резко. Угу. Но у нас на место сухое. Место без волос. Это отрыв делать надо с места без волос. Так, ну-ка коленочку. Здесь тоже вниз все растет. Сейчас вот такой пятак здесь сделаю большой. Типа залип. Вам так не надо делать. Пока не надо. Натяжение не обязательно. Щих. Когда волос много или пушка, мы его щих. Такой звук. Там снизу сделала колено, а сверху нет. Чуть-чуть.
натянула, натянула прям одним пальчиком. Ну, тут у Лили даже и луковиц нету. Они маленькие, слабые. Раньше, Лили, у тебя помнишь, у тебя много было волос, да, на ногах, да? Они такие черные, густые волосы были. Может, вот это тут еще гормональные, вот эти все эти сбои. Нет, они же мишцы. Вот посмотрел волосок, встал. Ну, вот я не вижу далеко сильно. Встал, выпрямился, и это, чтобы спина все время в согнутом состоянии не была. Угу. Видишь, где надо тебе, ага, выпрямился ровненько. Подергал, подергал. Залететь может, да? Конечно. Ну и, во-первых, мне руку надо откинуть далеко, а я из-за вас не могу. А мне надо сильно ее откинуть, чтобы я резко нечаянно не дала вам по лбу. Так, все? Ну, пока давайте все. Давайте на эту ногу сами сейчас все обрабатывайте полностью.